которого можно было бы и не знать, честно говоря. Я же не просто женщина, которая поет, я еще просто женщина. Чтобы устроить маленькие проводы любви. Знаешь что? Давай с тобой не будем больше мучиться и отменим по такому случаю. А? Платить надо. Ну, действительно, это неприятно. Я бы сам на свой концерт сходил. Не, у нас фиксировано, никто ничего не платит. Нет. Что еще? Вы с такой гордостью это сейчас сказали. Ожирение у меня, ожирение. Вот ты какая белочка, понимаешь? Нашу желтопресную любовь, знаешь что? Давай с тобой не будем больше мучиться и отменим по такому случаю нашу желто-пресную любовь. Мы с тобой друг друга параллельны, если честно, быть нам вместе ни к чему. Да к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, но... Значит, мне 48. Два года назад было 50, а теперь пошло на убыль. 49, сейчас мне 48. Надеюсь дожить до совершеннолетия.